Люся, иди, иди ложись спать. Иди, давай. Давай. Мы уже спать хотим. Может, не забыть это их? Эти глаза напутив, ты понимаешь? Ничего не. Не, ничего не делать. Люся! Все, и опять. Папины уши, все. Вот по программе. Так, теперь начинает тащить тебе на голову игрушки. Каждый раз одно и то же. Дарюсь. Глазки закрывай, называется. Все, начинает скатываться. То есть, друзья, вот программа каждый раз одна и та же. Начинает из папы делать горку, начинает ему в глаза, начинает пробовать лезть, что-то обрывать, да, тащить все игрушки. Заканчивается все одним и тем же. Туч ушла. Я уже спать хочу, а она все равно. Нет, нет. Скажи, вообще, папа, кого интересует, что ты хочешь, да? Но она же все время так засыпает. Вот она вот сейчас закрутится, завертится вся, примет какую-то сумасшедшую позу, начнет вот закрываться, подушки, покрывало. Но причем вот это не должны ей насильно. Она должна сама. Давай, давай, все. Баю-бай, должны все люськи ночью. Все как всегда. Вот ничего не меняется. Иди сюда. Люсь, а Люсь. Люська, а, Люсь, деревня. Вот он сам. Люсь, иди сюда. Спать все равно нужно ложиться. Все равно. Вот ты хоть что делай. Только не рви обои. Снова на голове у папы. Вот одна и та же То есть она история. уже килограмма 3 весит. Весит однозначно 3 килограмма. Потому что, ну, очень чувствуется, друзья. Прыжки вот эти, бу-бух. Да? Нет, когда это опу, это одна история. Но когда это на голове у Влада, это вообще... Люся, вообще, говорю, другая история. Сейчас Хорошо, что хоп, мне хоп. выдергивать уже нечего. Это там уже все волосы покинули умную голову. Это вот круть-верть, 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 ты понимаешь? Люсь, иди ложись, а. Ну иди ложись, а. Что ты рукой вот это машешь мне? А? Люсь, ну иди уже, все, вечер, все, все устали. Я только я упала, нет. Папа подхватил. Не-не-не-не. Это удержать насильно, уложить спать, это невозможно. Только сама. Люся, Вот давай. туда, сюда. Вот Жить этот дружно. орех, ты понимаешь, зашел. Люсь, давай жить дружно. Ну, иди, иди уже, угомонись. Вон орех твой лежит. Все, все, папа забрал, спрячь его. Даже не думай. Вот так, все, ложись, ложись, ложись. Не-не-не-не-не, пока сама не ляжет, скажи, папа. Даже не угомонивай, потому что сползут только памперсы. А памперсов у нас в день, друзья, уходит, ну, сейчас зимой. Как хорошо было, когда было тепленько. На улице памперсы практически не нужны. Сейчас Люська целый день дома.
то с носухами, то с енотом. И памперсов в день идет до 10 штук, потому что... Люся, я говорю, памперсов до 10 штук. О, а там Сенька, смотри, стрекочет. Ну ты... Господи, ну что ж такое-то, а? Люся! Что ж ты за человек-то такой, а? Что ж ты за человек? Все люди, как люди. Ну ты посмотри у нее, а? У всех обезьяны, как обезьяны. У всех дома обезьяны, как обезьяны. Только ты чудовище. Иди сюда, чудовище. Люся. Люся, сейчас ты просто, вот просто, понимаешь, тупо пойдешь в клетку к еноту. К шаре. И этим все закончится. Там шарик уже по тебе скучает. Шарик, это я не на тебя ругаюсь. Нет, нет, вообще не на тебя ругаюсь. Нет. Угу. Это твоя подружайка, Люська? Вон, вот смотри, как он к ней. И так, и хвостом машет. Вы посмотрите, да? Шарик. Да, да, мой хороший. У Жорика нечего стащить, да. Все убрали. Жоря, не прячься, она к тебе не пойдет. Клетка закрыта, все. А, нашла, банан стащила сухой. Шарик. Шарик мой золотой. Шарик. Скажи мне, пожалуйста, а вот эта вот стена с ободранными обоями, это на твоей совести, а? Шарик, ты понимаешь, мне Шурика уже хватило. Что? Что, мой хороший? Так, давай ее в вольер, Вадик. Потому что иначе это будет все длиться. Шарик. Очень долго. Все. Давай, 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 давай. Опача. Все. Все. Идем, спим. Тут же главное закрыть. Валя, включай обогрев. Где? Здесь у них. Там уже включен шарик. Мой мальчик. Мой красивый зайка. Даже все съели. Все, что оставили, все съели. Да. Ой, боже, 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 эти ляпочки. Ой, эти ляпочки такие. А это из-за щек. Так главное обезопасить. Снова давай в миллионный раз. Давай, конечно, подметем, уберем. Все опять. Заразы такие, ободрали уже всю стену. Да? Террористы мелкие, что? Что? И ты такой же, она тебя всему научит. Друзья, купали и шарика снять, друзья, не смогла. Так, кто пришел? Пришли коты. Все, коты пришли, Вадик, и пошли под кровать, да, оба. Вот так и живем.